Ну что, ребят, дорогие мои зрители, всем хорошего времени суток, у меня вечер. Решила сегодня записать для вас обзор по поводу нового бомбера с каракуля. Каракуля новенька курточка. Кстати, даже не буду исправлять это слово, как написал в названии Самвел. Оце было именно воно, среднего рода. Курточка. Давайте обсудим. Вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Мы с вами там всегда часто общаемся. Я зачастую вам отвечаю. Ну, а я поделюсь своими эмоциями сейчас с вами вот через экран. Примерка в магазине. Подкладка меня, конечно, народ убила на повал. Я видела, какую он заказал. Где-то что-то я понимала, но хотелось бы это увидеть уже в изделии. Какая-то зрительница у Самвела в комментах написала: «Боже, подкладка, як з беушного бабушкиного постельного белья». Вы знаете, у моей бабушки почему-то всегда было белое постельное белье. Или там, так называли расцветочку, мелкий ситчик на белом поле. Меленькие там какие-то цветочки, одиночные такие. А в основном вообще белое, белое, белое. Сколько себя помню. Не знаю, в кого это такое вырви глаз было постельное белье раньше у бабушки. И тем не менее, ребята, мне это напомнило, как я всегда люблю казать, цыганский ампир. Но цыганский барон, и Кока правильно тоже оценил, ой, эту курточку. Еще, вот на заметочку. Вот так смотришь на это изделие, и вот бы не хотелось мне критиковать. Но думаю, ну, бомбер, ну, куртка. Наверное, все-таки имеет место быть. Ну, прям что, так плохо? Вроде бы как нет. Думаю, ну, что меня так смущает? Ну, почему мне вообще не нравится, ну никак не нравится. Первое, что я поняла про себя. Цвет. Когда они выбирали, мамка примеряла эти шубейки, мне этот цвет, вот коричневый, да, не темный, не такой насыщенный, нравится больше всего. Какая-то благородная такая тональность. И мне казалось, думаю, ну, наверное, это самый выигрышный вариант. Но именно на Самвеле этот цвет вообще не смотрится. Вот когда Кока одел эту куртку, куртофануцей, вот Коки идет. Под лицу все к лицу, понимаете? Он такой ярко выраженный, такой брюнецей Кока. И на нем, ну, вот, вот намного лучше. Севка, ребят, блондин с рыжим налетом и коричневая куртка. И какая дешевая эта фурнитура. Как же эта фурнитура портит само изделие. Ребят, вы серьезно? Золотая молния. Золотая? Зачем? В цвет подкладки. Подкладку срочно надо поменять. Адамян, я тебя прошу. Я здесь вижу любые оттенки коричневого. Точно не, не синий, не серый, не черный. Любые оттенки коричневого. Ну и светлый не надо, потому что будет удешевляться. Какой-то насыщенный цвет. Или можно темно-темно, такой вишневый цвет, прям гнилой вишни. Было бы, наверное, тоже неплохо. Однотонный, девочки, без всяких финдиклюшек. Ну и золотая молния меня убила. Ребят, выглядит это очень дешево. В прошлом своем обзоре, когда мы обсуждали эти шубейки, я говорила о трикотаже манжетах. Очень дешево смотрится, сам трикотаж дешевый. Сюда надо крупной вязки, хорошего качества, плотные манжеты и цвет тоже горького шоколада, темный. Вещь смотрелась бы дороже. Таке коричневенькое щось, поблескує синтетикой, отдає стекло, таке полиэстерчик. Ну вот говорю, как вижу. Самвел, она не выглядит, не презентабельно, недорого.
и то, что ты повторяешь тысячу раз, эксклюзивная вещь. Ой, ну может, с подкладкой не угадал. Кстати, признался, что бывает очень редко, ребята. С подкладкой, наверное, все-таки не угадал. Но зная меня, да, ты хотел выпендриться. Но это ужасно. Но это некрасиво. Это не добавляет ни тебе, ни этой курточке никаких баллов. Ребят, и встал вопрос. С чем ее носить? Ну вот правда. Там много людей в комментариях хвалят продавцов. Скажу вам так. Продавцы, эти девчонки, молодцы в том, что им лишь бы впихнуть. Им сбагрить, главный девиз продать. Любой ценой продать. Идет, не идет, нравится, не нравится. Качественно или нет продукция, то есть товар. Главное продать. В этом случае они молодцы. Но то, что они советуют дальше, он уже купил это изделие и спрашивает, с чем носить, потому что с этими джинсами грязно-серо-черного оттенка, потертые, как будто ими мыли полы, ужасная варка с желтыми этими высокими ботинками-кроссовками. Ребят, это трэш полнейший. Это ужасно, это не смотрится, это никак не гармонирует, не сочетается между собой. И Самвел это видит. Поэтому он задается вопросом. Так а что же? Что же? На голое тело носить? Ну да, я понимаю. Это контент. Замолотить там для зрителя, чтобы пообсуждали. Поэтому мы, девочки, проехали. Вот это про голое тело. Давайте по существу все-таки. На футболку померил. Ребят, в том виде, в котором Самвел всегда носит футболки, мятые, неглаженные, как будто достали из жопы, вечно в шерстянке после котов, конечно же, нет. Нет и нет. Как я вижу, это излюбленная моя тема, которая модная вот на сегодняшний день. Вы уже тысячу раз это слышали. О, даже сейчас сижу, да. Вот этот свитер, который купила. Вы, прошу прощения, можете сказать, Анжел, что ты его так часто вдеваешь, сполоснула, надела, обожаю, просто очень тонкий, офигенного качества, натуральный, теплый, не громоздкий, не грубый, не мешает, не добавляет веса, понимаете, вот такие расцветки Фенди, коричневый шоколадный, горький шоколад, молочный шоколад, цвет песка, цвет жареного песка, цвет корицы, бежевый, темно-бежевый, цвет топленого молока, вот все то, что я сейчас перечислила, вся эта гамма оттенков между собой миксуется, сочетается в несколько слоев, включая обувь, и смотрится очень достойно. На месте Самвела любые темно-коричневые штаны, посветлее штаны, но тоже в коричневом в каком-то оттенке. Светлые очень пойдут. Пусть это будут бежевые, пусть это будут темно-бежевые, такое топленое, хорошо топленое молоко. Какой-то вот такой, но по фигуре. Покороче, не сильно длинный джемпер, тонкий, еще раз повторяю, но хорошего качества. Он же может себе позволить купить хорошую вещь, хорошего качества. И обувь точно так же. Кстати, я вам обещала, но так и не показала, я себе тоже купила ботики. Я вижу замш. Ребят, покажу пример. Вот такие вот. И женские, и мужские. Их сейчас полным-полно разных оттенков, замшевая, очень удобная, классная обувь. Вроде бы в спортивную сторону, но вроде как классические, без всяких наворотов, прибамбасов, которые здесь, в этом луке, неуместны были бы, да? И будет выглядеть, и ничего даже. И эта курточка обязательно поменять подклад и немедленно. Имеет место быть, и можно будет ее куда-то так, может быть, и надеть. Вот свое мнение я вам записала на 10 минут. Вы свои напишите ощущения. Но то, когда Самвел пришел домой и в квартире встретил его Коля, и сытник примерил на себя. И говорит, вот, похудел, да, даже застегнул молнию.
И знаете, я вам скажу честно, на Коле она смотрится намного лучше. Только Коля говорит: вот мне тоже такую надо, только черного цвета. Ни в коем случае каракуль черного цвета не надо покупать, я так считаю. Вот черного цвета, еще и каракулевое изделие, ну, це буде коцовейка бабы Клавы, понимаете? Вот как раньше, вы помните наших бабушек? Оці шубейки бабушкині були тільки чорного кольору. Ну, тільки чорного кольору. Других оттінків не було. Боже, упасі чорний цвіт. О, дівчатки, не дай Бог. Бо тоді в цій курточці, ну, іти куди можна? На базар коняку продавати. Отуди в Суворовку, ребята, в той табор, отам уместно очень така курточка. Ой, вони були праді, Анзорчик, Гопцаца, этот, Педічка, ото їм, тим чорнобровим, і хлопцям Суліко, і всі там їжі з ними. Чуть не зболтнула, дівчатки, вовремя остановилася. Ото їхній фасон. А тут, в городе, в цивилизации, в Украине, Самвел, пожалуйста, не надо, ну не надо ни самому позориться, ну не позорить нашу молодежь. Ну в конце концов, вот эта куртка у тебя, Кельвин Кляйн, вот этот твой дутик, намного приличней, уместный он, современный и модный. Но, сын, не выёжуйся, от добра добра не ищут. Девочки, вот я бы так сказала. Я не хотела бы так прям раскритиковать ужасно. Конкретно по пунктам перечислила, к чему у меня там претензия. Я обосновала каждую свою негативную критику по тому или иному моменту. Ну и, конечно же, хочу послушать вас, что вы напишете. Буду ждать комментарии ваши. Вот такое коротенькое видео, потому что только про куртку мы с вами поговорили. Каракулевую чашку, ой, Господи, прости мою душу грешну, пока, пока всем.